Всем привет! Вы на моем канале, и сегодня видео о моем замиакулькасе. Итак, летом я выкладывала видео о том, как я укореняла замиакулькас, показывала его на клубень. И вот смотрите, наконец-то мой замиакулькас выпустил веточку. Вот так вот, листик до сих пор прекрасно себя чувствует. Не почернел, не испортился, ничего. Как вот в том году, в мае месяце, я его посадила зелененьким, так он до сих пор у меня такой и стоит. Зелененький. И вот, наконец-то, он выпустил свою первую стрелочку. Веточка будет. Вот такой вот мой замик. Также поливаю я его умеренно. Сильно не заливаю. По мере того, как просыхает субстракт. Также говорят, что замиакулькас переносит очень долго засуху. И очень долго можно его не поливать. Но я как бы не экспериментирую с этим. Как грунт просох, так и понемногу поливаю его. И вот так вот чувствует свой... У меня свой замиакулькас вот так вот растет. Как будет дальше подрастать, уже покажу вам. Так что мой замиакулькас потихоньку радует меня. Всем, кому нравится видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Также, кто не видел, как я его укореняла, посмотрите мое видео. Там есть, как я его укореняла, и я показывала его на клубень, как он наращивал клубень. Всем, кому интересно, посмотрите обязательно. Всем пока! И спасибо всем за лайки и подписки. Кто подписывается, ставит лайки, комментирует. Огромное спасибо всем!